Буквально недавно стало известно, что Михаил Боярский попал в сложную ситуацию. Крупное медиаиздание сообщило, что артист с дочкой и ее мужем летели в Сочи на самолете. В салоне находилась компания людей, которая распивала спиртные напитки и выкрикивала политические лозунги. Не говоря уже о том, что в своем лексиконе она использовала нецензурную брань. Они не реагировали на замечания стюардесс. В салоне находилось много детей. В конфликт решил вмешаться Михаил Боярский и успокоить разбушевавшуюся компанию. Он подошел и сделал замечание о том, что они ведут себя по-хамски. В ответ он услышал: «Сядь на место, Д'Артаньян, пока можешь ходить». Также ему припомнили, что его сын является депутатом Госдумы. Боярский не стал терпеть такое хамство и тоже ответил, указав им на место, назвав компанию сопляками. Разговор в скором времени перерос в рукоприкладство. Михаилу Боярскому на помощь пришел муж его дочери и второй пилот самолета. Через некоторое время компанию удалось угомонить. По прибытию в аэровокзал компанию уже ждал наряд полиции. Их задержали, как только они сошли с трапа самолета. У Михаила Боярского была ссадина на лице. Также ссадина на лице была и у стюардессы, которая пыталась остановить драку. А артисту предложили составить заявление на компанию. Но он отказался, сказав, что мы сами все решили. Несмотря на это, компания была задержана, так как персонал и второй пилот составили на них заявление. Михаил Боярский не стал комментировать эту историю журналистам, заявив, что с ним все хорошо.